У юной болельщицы Сибири Кати Перевозчиковой нет возможности ходить на игры. Из-за редкого заболевания «моя-моя» ей противопоказано находиться в шумных помещениях. Но это не мешает ей пристально следить за играми любимой команды и иметь кумиров. А любовь у нее почти резко в прошлом году проснулась. И все, она увидела, и все там «Сибирь, Сибирь, Сибирь». Она просто говорит «Красиков, Красиков, Красиков». Когда он вот салак у нас, получается, травму получил, и все, Алексей встал на ворота, и она начала. Девочка мечтала об автографе Алексея Красикова, и в один из дней эта мечта сбылась. Катя вместе с сестрой и мамой приехала на стадион, понаблюдала за тренировкой, после чего ее ждал настоящий сюрприз – Красиков собственной персоной. Для ребенка это просто, это мега позитив будет, это для нее, это нечто будет. То есть какая-то капелька счастья, мы все пытаемся что-то и что-то устраивать такое, чтобы она была хоть маленько радости, и поэтому она вот сейчас, у нее тоже будет радость, эмоции будет, потом всем будет ходить рассказывать бабушке, дедушке и всем остальным. И то, что эмоции у нее, вот это для нас, это самое главное, что у нее просто она радость, счастливая и все, лишь бы не болела.